Закуп с мамой на 1 сентября. С начала наступления месяца августа мать говорит: надо вещи начать покупать в школу, пока нет ажиотажа. Но это только слова. Потом то времени нет, то денег, и жди зарплату. А бедный ребенок... Мам скоро все раскупит, и ничего не останется. Корсан, не губ, ким губ, успеем. Тут пока она умнала и не поняли, как уже 25 августа, а еще нифига не купили. Как 25 августа? Деньги в руки и бегом с утра на базар. Тут одно показываешь, второе, а этому ребенку ничего не нравится, кроме рубашки за 20 тысяч тенге. Думаешь, ладно, куплю, устала уже, и туфли, которые хотела купить себе, забудь. Прошлогодние сойдут, главное их одеть. После базара мама говорит: шаршадык, уэльдик, паршевый. А потом ты такая маме: мам, ведь я тоже устала. А тут мама: эй, сулими, чай ставь быстрее. Пока чай закипит, давай, померь, покажи отцу. А тут ты такая запаренная, меришь. А тут мама кричит: эй, дурстап, одень, нормально, ну-ка, крутанись. В общем, на тебя всю зарплату потратили. Давай теперь на пятерке, чтоб училась, поняла? Алки ты где, щащикщ.